просто хотела стать кинологом, и мечта моя – стать кинологом, увидеть собак и заниматься с ними. Мальчишкам и девчонкам повезло. Они приехали в кинологический центр Федеральной таможенной службы, который находится в Орлово, чтобы принять участие в замечательном спортивном празднике, устроенном для них кинологическим центром при поддержке администрации городского округа. Этот праздник входит в перечень мероприятий антинаркотического месячника и нацелен на пропаганду в молодежной среде здорового образа жизни. Для участия в веселых стартах, которые на этот раз называются еще и «Юный кинолог», сформированы несколько команд. В них входят учащиеся школ города Щелково, поселка Литвиново, дети сотрудников полиции и таможенной службы. Такие мероприятия позволяют нашим детям быть здоровыми, сильными, крепкими. Ну и кто-то, может быть, выберет профессию кинолога. Соревнования для детей проходят по программе, разработанной сотрудниками кинологического центра. Участвуют в состязаниях и великолепно обученные для нахождения наркотиков и опасных предметов четвероногие помощники хозяев мероприятия, сотрудников таможни, их служебные собаки. Главное, что удается получить всем юным гостям кинологического центра, это заряд энергии и позитива. Собаки такие животные, которые располагают к дружескому к себе отношению. Поэтому, чем чаще дети будут общаться с такими животными, тем психологически, эмоционально они будут устойчивы. Это развивает доброжелательность, вселяет в детей уверенность. Спортивные соревнования обычно предполагают победителей и побежденных. Однако эти состязания – исключение. Здесь все были награждены медалями. Здесь все победители. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.